Это «Давеча». Продолжаем выпуск. Кировские танкисты провели первое из двух мероприятий в честь своего профессионального праздника. Традиционно День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. В честь праздника ветераны танковых войск встретились в городском клубе. Тему продолжит Никита Тузов. Главные мероприятия в честь Дня танкиста пройдут только в это воскресенье. Военнослужащие этого рода войск соберутся у памятника «Кировчане фронту», чтобы почтить память воинов, погибших в танковых сражениях. Ожидается, что в акции примут участие танкисты, ветераны Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов. Именно они заняли самое почетное место сегодня на первом мероприятии в честь праздника – торжественной встречи в городском клубе ветеранов. Здесь собрались более 50 человек. Кстати, в этом году для кировских танкистов дата носит особое значение. Кроме 70-летия празднования, жители города отметят еще и 20-летие создания ветеранской организации. А главная цель этой встречи – передать молодому поколению память о подвигах героев-танкистов. В свое время все мы ходили в кино, смотрели фильмы о том, как танкист – это профессия очень такая тяжелая. Чем мы занимаемся? Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Ходим в лицеи, в техникумы, в школы и выступаем. Вот, говорим о том, как образовался праздник «Наш день танкиста», о заслугах танковых войск, годы Великой Отечественной войны, вот послевоенные годы.